Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, канал Татьяна Вере о Нидерландах. Если тебе понравилось это видео, поставь большой жирный палец вверх, напиши свой комментарий. Вам не сложно, а мне будет приятно. Ну что ж, друзья, сегодня я в своем городе Шхидаме, в центре города. Сегодня я отправлюсь польский магазин. Я не знаю, знаете ли вы уже или не знаете, что в Нидерландах очень много польских магазинов. Также есть и русские магазины в Нидерландах. Ну, конечно, продукция у них разная, отличается, но в моем городе, к сожалению, нет русского магазина. Есть очень хороший русский магазин в городе Гаага, который я очень люблю и в котором работают мои хорошие друзья. Магазин, русский магазин Смак, но, к сожалению, возможности частенько ездить в Денгаг у меня нету. Если мы в Денгаге, то мы обязательно заезжаем в русский магазин. Но сегодня мы пойдем с вами в польский магазин у меня в городе. Хочется показать, что в этом польском магазине продают. Что я покупаю лично? Не все продукты, да, вам будут нужны из польского магазина, только те, наверное, которые вы не сможете найти в голландских магазинах. Я очень уже привыкла к системе питания, вообще к продуктам голландским. Я, наверное, уже более или менее оголландизировалась, да, если можно так назвать. Но все равно бывают такие моменты, когда я очень сильно скучаю за нашими продуктами, да, за нашими украинскими какими-то вкусняшками. И вот когда я хожу в польские магазины, покупаю, как говорится, чего душа желает. И сегодня мы с вами вместе посмотрим, что можно купить, по каким ценам, что я купила и сколько я потратила. Вот одна из центральных улиц города Шхидам, называется Брушвилл. Располагается различное количество магазинчиков, а также парикмахерские. Польский магазин, в который я хожу, вот он находится и пишется, вывеска у него красным, называется Кросико. Ну и видно, что там написано вот польские продукты. Продукты там не только польские, но и нидерландские. Вот туда я всегда хожу. Магазин большой, имеет огромный выбор всех продуктов. Хожу туда для того, чтобы купить что-то вкусное, то, зачем я вот скучаю в Нидерландах. Хорошее место на центральной улице и доступные цены. Друзья, я вот в холодильнике в польском магазине. Что купить в польском магазине? Потому что для тех, кто приезжает сейчас из Украины, в Нидерланды будет сложно освоиться в плане продуктов. Поэтому для того, чтобы понять, сколько вы сможете потратить именно в польском магазине на привычные вам продукты, и даже очень неплохие, давайте посмотрим, что у них сейчас в холодильнике есть, что я лично тоже покупаю. Итак, друзья, вот такие вот сосиски. Советую вам их купить. Очень вкусные сосисочки. Цена евро 79. Вот такие вот маленькие огурчики. Цены за килограмм нету, но посмотрите вот на эти овощи, да, они похожи более или менее на наши украинские овощи, да, потому что, ну, выглядят буквально вот так. Морковь, картошка, похоже все то, как мы привыкли дома. Даже вот чеснок, посмотрите, такая вот картошка, вот маринованные огурчики. Вот это петрушка, сельдерей. Но овощи, конечно, их полно везде, лучше здесь их не покупать. Но вот такие вот огурчики, например, да, для тех, кто ищет огурцы закручивать, либо просто так кушать. Я их просто так кушаю, делаю в салат, очень вкусно. Я беру, потому что мне нравится именно в салат их добавлять. Ну, вот еще есть всякая колбаса, да, эту колбасу я не беру, потому что у них есть нарезка, там, где вам могут сами нарезать. Да? Вот еще молочная продукция. Вся молочная продукция. Вот масло. Кто привык к другому вкусу масла, я уже привыкла к голландскому маслу. Ну, вся молочка, да. Йогурты. В принципе, йогурты. Я уже привыкла и к голландским йогуртам. Цена на йогурты. Посмотрите, 59 центов. Вот такая вот маленькая коробочка. Ну, масло подсолнечное. Масло на хлеб. 2,19. Это недорого. Можно здесь тоже брать. Ну, я не беру, беру голландское. Ну, сыры тоже. Полно сыров польских, полно. Но я думаю, что когда вы будете в Нидерландах, то сыры вам не надо, потому что в Нидерландах своих сыров и так хватает, и они самые вкусные в мире. А что я беру себе? Себе я беру вот такую вот сметанку. Вот эту сметанку я беру. Она стоит
евро 19. Почему я беру эту сметану? Потому что она 12%. Также я беру творог. Вот такой вот творог. Сегодня он в маленьких упаковках. А обычно я беру большую упаковку такого творога. Но этот творог очень хороший. 275 грамм. Советую брать. Есть еще вот такой творог у них. Да, это именно наш творог в Украине, который мы привыкли кушать. Вот они еще упаковки творога. И тут цены, видите, какие недорогие. Этот творог почему-то дорогой. 2 евро 49. Этот еще, это маскарпоне. 2,59. Но оно выше. Ну, еще есть вот такой творог тоже. 250 грамм. То же самое, только другая упаковка. 250 грамм, это маленькая упаковка. Есть еще такой творог за 2,19. Вот он такой большой. И вот я возьму сегодня этот творог для сырников. Очень люблю сырники делать. Тут еще из молочки есть вот что это. Масланка. Баттермилк. Баттермилк — это значит сливочное масло. Сметанка еще есть вот такая вот. Тут уже 18%, кто любит пожирнее, можно брать. Кстати, сметана недорогая, 75 центов, а вот большая упаковка, вот она, евро 39. Ну и есть еще вот такая вот сметанка. В принципе, молочка, да, мне не важно, вот только сметану я беру, и за евро 19 это не так уж много. Ну и творог беру, потому что дети любят сырники, поэтому беру только эту молочку. Ну а вот и та самая знаменитая нарезка, которую я очень люблю, и колбаска, которую я очень люблю. Кстати, даже есть настоящая краковская колбаса. Мне по вкусу нарезанная ветчина здесь и обычная такая колбаска тоже, которая с ветчиной, но я очень люблю. Да, нужно, конечно, всегда спрашивать, что свежее, что сегодняшнее. Вот в таких вот витринах, да, находится все. Вы можете посмотреть на цену, можете посмотреть, как выглядит. Ну и попросить вам тоже нарезать того, что вы хотите. А здесь самое любимое мое отделение замороженных пельменей, вареников, даже хинкали. Кстати, еще не пробовала хинкали. Вот, дети любят пельмени. Я люблю тоже пельмени и вареники. И для таких вот покупок прихожу в польский магазин для того, чтобы закупиться пельменями. Ну и тем, чем я не могу закупиться в голландском магазине. По поводу круп. Что-то у них закончились крупы. Не вижу, вот гречневой крупы нету. Она всегда вот здесь стояла, рядом с горохом. Видите, горох есть, а гречневой нету. Фасоль есть, кукурузная крупа, да, кому надо. Вот евро 49. Вот есть пшеничная крупа, точно такой же марки. У меня дома гречневая крупа, но их сейчас нет. Ну и макароны, лапша, тоже здесь белая лапша. Ну, все как в Украине, даже по-украински написано. А вот и буряк тоже отварной. И лавровый лист. Кстати, лавровый лист, вот он походу, его нужно брать, потому что, посмотрите на эту упаковку. Огромная упаковка вот такого лаврового листа. В Нидерландах такой не найдешь, разве что на рынке. Поэтому надо брать здесь. Берем такую упаковку лаврового листа. Сушеный укроп есть, семена тыквы, черный перец, горошком для молки. 2,39, но он дороже. А зато есть готовое блюдо — гречку с курицей, кому не хочется готовить. И что мы видим здесь? Квас. Посмотрите на эти цены на квас. Я, кстати, квас ни разу не брала. Я смотрю, что бутылок мало, можно попробовать. Кстати, он недорогой. И вот маленькая бутылочка кваса. А вот для тех, кто любит делать голубцы. Вот они, листы для голубцов, уже готовые, закрученные. Поэтому голубцы не составит больше делать труда, потому что, вот смотрите, они стоят, нету цены, но вот это большая банка для накрутки голубцов, друзья. Тушенка,
даже пишется тушенка. Правда, цена не дешевая, 3,19. А вот копченое сало, как масло. Это вот рыба, смотрите, лосось. Килька наша. Вот цена. Цены, конечно, не дешевые, но я это вот не беру. А вот и шпроты. Шпроты, посмотрите, 2,69. Вот шпроты в масле. Такие шпроты, я помню, мы брали еще в Украине. Вот она, цена. €69. Шпроты бомба просто. Я брала вот эти, пробовала, очень вкусные. А вот различные паштеты, тушенки. А вот цены на паштеты. Вот он, паштет гусиный, вкусный, брала. А паштет из скумбрии не брала. Паштет из тунца. Паштет куриный с грибами. Тоже не брала такой паштет, но цены нормальные. Можно брать. Вот паштет утиный еще в такой упаковке. Кстати, недорогой, €19. Есть куриный паштет. Тоже неплохой паштет. Закрутка. Ну что ж, по закрутке скучали. Я помню, вообще не могла вначале найти никакой закрутки. А вот нашла, смотрите, кабачки, перчики, все закрученное. Синие, да, закрученные. Друзья, а кому хочется сладенького, здесь есть вот зефир по €49, смотрите. И наши традиционные пряники. Цену не вижу. И наши традиционные сушки. Вот, смотрите, кто скучает за украинским. Наши сухари. Даже написано сухари, да? Сухари московские. Наверное, скоро их уже не будет. Пряники с вареной сгущенкой. Смотрите, да, что же пишут в польском магазине. Вот они, пряники. Зефир, смотрите. Настоящий зефир, который вы привыкли кушать. Вот еще один зефир такой. Ну и мармеладки, смотрите. Наши мармеладки украинские, да? Кто любит украинские сладости? Деткам. Также очень много семечек. Вот они, семечки. Тыквенные. Тыквенные, жареные. А вот наши обычные соленые семки. Поэтому, кто хочет семечек, можно их тут вот купить. Вот в таких больших упаковках. Цену не вижу. Также есть наш чай. Смотрите, майский чай. €99. Есть чай Гринфилд тоже, который мы раньше пили в Украине. Есть еще такой чай. Ну и вот сгущенное молоко. Обратите внимание, сгущенное молоко. И я вот беру сгущенное молоко с сахаром. Я вот покупаю сгущенку. И вот еще с какао. Ну, сгущенку, кто не любит сгущенку? Вот огромная такая банка. Кстати, ни разу не видела еще сгущенное молоко в такой большой баночке. А тут у них есть. Итак, друзья, что мы купили в польском магазине? Огромную упаковку лаврового листа. А вот такой пеппер. Да, перец, горошек всевозможные для того, чтобы его молоть. Я купила свои любимые сосиски. Вот они, берлинки. Были недорогие. Творог, смотрите, творог, цена 2,28. Вот он. Этот в творог 448 грамм. Хороший творог. Вот сладкая такая вода. Пельмени. Сибирские пельмени. Стоят они 5,59. Вот о чем я говорила. Нарезка. Посмотрите. Я брала ветчину обычную. Посмотрите на эту цену. 2,40. Цена за килограмм 14,99. Я беру 160 грамм. Вот она ветчина. Вот. Выглядит хорошо. Сметана, которую я вам показывала. Вот я беру 12%, чтобы она не сильно жирная была. Цена, качество отличное. Сгущенное молоко с сахаром. Правда, такое сгущенное молоко можно не только в польских магазинах купить, но и в Дирк. Есть голландский магазин Дирк, там тоже можно купить. Моя самая фирменная колбаса. Вот она, колбаса. Не знаю, как она называется. Мне она напоминает какую-то такую свечину колбаса. €71. 244 грамма. Курицы. Я их беру не часто. Вкус у них наш для салата. Маскарпоне.
мой любимый маскарпоне для того, чтобы делать тирамису. Вот, в принципе, это все мои покупки, друзья. Вот моя сумка из Вибры. Ну что ж, друзья, вы знаете, польские магазины здесь, в Нидерландах, неплохие. Выбор, конечно, есть. Вот в этом магазине, где я постоянно хожу, когда мне чего-то хочется, мне очень нравится нарезка. Свежая нарезка, свежая колбаса. Такую колбасу и такую нарезку, к сожалению, в голландских магазинах, ну, вы не купите. Ну, на сегодняшний день Lidl, да, является самым дешевым магазином в Нидерландах. Я сейчас очень сильно обращаю внимание на цены, поэтому с уверенностью могу сказать, что в Лиделе сейчас делать покупки дешевле, чем в любом другом магазине. Естественно, если вы там не покупаете продукты по акциям, тогда, возможно, в других магазинах все продукты, которые будут по акциям, вам обойдутся дешевле. Насчет польского магазина, конечно, именно конкретные покупки на неделю вы там не сделаете. Туда нужно ходить за теми продуктами, которые вы не можете найти в голландских магазинах. Именно в польских магазинах нужно смотреть, какие продукты вы берете. Например, потратить 25 евро в польском магазине возможно. Если там купить нарезку, как я покупала, купить пельмени, купить сметану, купить творог. Я покупаю то, что я не могу найти в обычных голландских магазинах. То, что мне хочется приготовить, такие вот как сырники приготовить. Да, можно еще приготовить голубцы, потому что вы видели, да, были вот закрученные листы капусты, которые можно сразу готовые закрутить и сделать голубцы. Цены, вы знаете, во всех магазинах они разные. В одном польском магазине одна цена, в другом польском магазине другая цена. Поэтому, да, обращайте внимание на цены, я тоже обращаю. Я стараюсь покупать именно недорогие продукты, потому что, ну, есть и продукты, конечно, в польском магазине, которые тоже не дешевого. И иногда, если вы там много чего наберете, как я делала тоже раньше, то можно и 40-45 евро за один раз потратить. Но это бессмыслица, да. Нужно только покупать то, что вам реально необходимо и по доступной цене. Потому что, ну, все остальные овощи, фрукты, питье, да, вода, пиво, все это можно найти в других обычных голландских магазинах. Что мне больше всего нравится, это нарезка. Да, нарезка свежая, мне нравится, я покупаю там. Я спрашиваю еще тоже постоянно, свежее, не свежее, вот, и, ну, иногда мне говорят, что вот это свежее, да, и вот это свежее, ну, это, знаете, это дело каждого, вот, вы обязательно об этом спрашивайте. Еще что касаемо польского магазина, то вы можете также найти там свежее мясо, свиное мясо, свинину можно найти и ребрышки, вот, я сама брала свинину, ну, делать жаркое, да, делать рагу, очень вкусно, друзья. Я также брала ребрышки и запекала их в духовке, тоже очень вкусно, и это, кстати, тоже по 6 евро за килограмм, поэтому это недорого, да, вот такого мяса тоже не купишь в голландском магазине, потому что в голландском магазине мясо все, конечно, рассортировано, и все вот это в упаковках, да, но нету именно кусков таких, да, как мы привыкли, ну, не знаю, я раньше привыкла покупать именно такой кусочек мяса и резать его сама, и вот его готовить, вот, такое тоже можно купить в польском магазине, ну, и помимо там свежего мяса, свинины, можно купить также и крылышки, и сердечко куриное, ну и такое же можно купить и в турецком магазине, но в польском магазине именно свинина очень хорошая, вкусная, и, ну, качество соответствует цене, потому что я брала в прошлый раз огромный кусок ребрышек, и, ну, я заплатила, по-моему, 6 евро, поэтому это было недорого, друзья, вот насчет мяса тоже можете там покупать. Ну что ж, друзья, на сегодня это было все, с вами была ваша Татьяна, у себя в Нидерландах. До новых встреч. Пока-пока.